Друзья, записывайтесь, ставьте лайки, размещайте в своих соцсетях. Волгин Игорь Леонидович, Пермь, Москва. Что мне расскажут вести, знаю я наперед. Ночью за грузом 200 вылетел самолет, но на пути обратно вышел такой кульбит. Был он огнем двукратным, чьим неизвестно, сбит. Нет, умирать так сразу под лепетанье мус, смерть по второму разу выдержал смертный груз. Молча ангелы примут души скорбные их, мертвые сраму не имут к зависти нас живых. Ни о чем не тужи, вот и лето приспело, затерялась во ржи, понад речкой пропела, с позаранок скворцы занимает скворечни, пахнут так чабрецы, тяжелеют черешни, и волочатся побрось облака к Приднестровью, как у нас повелось, из России с любовью, и кружатся вороны в степях Украины, там, где ржавые дроны и те джавелины, там, где адовым пламенем ночь разогрета, и где, сколь ни проси, не кончается лето. Жизнь моя почти уже за гранью, и по чьей не ведаю вине, не пришлось весенней гулкой ранью мне скакать на розовом коне, потому что конь был слишком розов, ну а я стеснителен и сер. Но в стране убыточных колхозов я на это дело не подсел. Мне такая роскошь не по чину, да и страх мальчиши от того, что, как и предсказано, кончину от коня ты примешь своего. День и ночь шарашат дальнобойки, и письменник Гоголь не забыт, и глядишь,